Зима не спешит складывать свои полномочия, но у нас в деревеньке всегда тепло и уютно, а все благодаря вам, друзья. Добрый вечер! Как всегда, у нас самые свежие новости из жизни сельчан. Я Елена Соловьева, и мы начинаем. Три года назад Беларусь занимала второе место после Китая по объему выращивания льна. И я думаю, что это реально перспективе. Лен не только сортом силен. Деревенька расскажет о модернизации льноводческой отрасли. Лапой взял мед и помазал все решетки, после чего стал слизывать. То есть вот сейчас он этот слизывает еще, да? Да, остатки. То есть вот такие у него гастрономические предпочтения? Да. Весной у обитателей засада просыпается зверский аппетит. Ой, детки, ну что, деревня жизнь, деревня. Ой, как же их зима начнется, так как на запасе уж у так легче. А как начнется весна, то надо еще посадить. Жарим вкуснейшие гречаники и беседуем о житье-бытие с коренными сельчанами. Накануне, когда стояла хорошая погода, на Могилевщине началась посевная. Первым к севу яровых приступил Мстиславский район. Деревенька знает подробности. У самодеятельных артистов генеральная репетиция проходит в поле. Вот-вот начнется праздник первой борозды. Сейчас в хозяйствах много высокопроизводительной техники. Работают по современным технологиям. И все равно первое зерно в поле сеют вручную, по старинушке. Раньше все починали наши деды. И матули, и бабули. Выходили все в поле на праздник первой борозды. Обычно посевную первыми начинают южные районы области. Глузский, Осиповичский, Бобруйский, Кировский. А северные, Горецкий, Мстиславский, завершают сев. В этом году привычный график Мстиславский район перевернул с ног на голову. В других районах еще вносят удобрения, подкармливают озимы, подсевают травы. А здесь уже вовсю в поле работают посевные агрегаты. Овес – ранняя самая культура, ее можно сеять, как говорят, посеешь овес в грязь, будешь князь, будет урожай. Мы начали сеять по весновспашке, потому что сразу земля переворачивается, она подсыхает, и посевной агрегат пошел. Что касается ранней посевной, этот год не исключение, уточняют аграрии. Я начинал и в марте, в конце марта в 2007 году, и начинали здесь 18 апреля, вот на этом поле, два года назад. Ну, я думаю, как земля созрела, так и надо сеять. Зимой снега было мало, растаял быстро. Техника в поле уже не буксует. Скоро почва станет совсем сухой. Деревенька убедилась, пришло время сеять. Земля пересохшая, на сегодняшний день по любому полю, даже на наших низинных местах, может уже работать техника. И было принято решение для того, чтобы испытать отремонтированную технику. Первые поля, значит, вот такие ранние сроки готовить и сеять. Аграрии Мстиславского района надеются, на этом поле должен вырасти хороший овес. Эта культура холодов не боится. Северный шелк – именно так издавна называют наш белорусский лен. Из него и крепкие веревки вьют, и тончайшее кружево плетут. На Могилевщине решили возродить производство льна. Как? Деревенька уже узнала. Теперь и ваша очередь. Вырастить, переработать и с умом продать. Шкловский льнозавод уже год работает по-новому. Ставку тут сделали на модернизацию и не прогадали. Сегодня современное оборудование позволяет перерабатывать до 10 тысяч тонн тресты ежегодно. Алексей Николаевич отдал предприятию более 40 лет жизни. Говорит, есть чем сравнивать. В России и на Украине после развала Советского Союза практически льноводство было в течение 1-2-3 лет развалено полностью. И сейчас практически ничего почти нету. Наша республика льняную отрасль сохранила, и это очень отрадно. Новые технологии помогают сделать качественный продукт, который будет востребован за рубежом. А еще на заводе появится новая котельная, которая будет работать на отходах производства. Это снизит и себестоимость продукции, и излишки тепловой энергии позволит продавать. Согласитесь, чем не выгода?
В последующем прорабатываются вопросы более углубленной переработки уже нашего льняного волокна. То есть там можно получать и нетканые материалы, можно термоутеплительные блоки, которые в строительство идут очень хорошо, потому что это все натуральное. Гарантия успеха в оптимизации производства. В апреле на Могилевщине планируется создать новый холдинг, в который войдут 4 завода по переработке льна «Белгунца» и 1 по производству льняного масла. 2 убыточных завода закрыли, а их сырьевые зоны отдадут тем, кто умеет работать. 3 года назад Беларусь занимала 2-е место после Китая по объему выращивания льна. И я думаю, что это реально в перспективе. Тем более мы даже вот при закрытии льного завода, 2 завода закрываем, объемы не уменьшаются. Объемы, наоборот, у нас остаются прежние. Вот, сформировались сырьевые зоны. Кроме увеличения объемов производства, будут работать и над повышением качества продукции. А это в первую очередь зависит от культуры выращивания льна. Для ее повышения в процесс вовлекут ученых. По мнению специалистов, масштабное возрождение производства северного шелка в Беларуси принесет свои плоды. Что для сельчан самое главное весной? Ну, конечно же, не упустить драгоценное время, ведь даже один потерянный день может негативно сказаться на будущем урожае. Чтобы успеть все в срок, лунный календарь вам в помощь. Девятнадцатого марта – среда. Посев цветов и трав. Выгонка зелени. 20 марта – четверг. Посев овощей, сбор листьев, лекарственных растений. 21 марта – пятница. Обрезка и посадка деревьев и кустарников. Побелка штамбов. 22 марта – суббота. Посев и посадка быстрорастущих трав, зелени, пряных овощей. 23 марта – в воскресенье. Посадка луковичных растений, цветов. 24 марта – понедельник. Посев овощей, корнеплодов, трав, многолетников. Подкормка, полив и срезка. 25 марта – вторник. Запрещена пересадка комнатных растений. Укрытие гряд для ранней посадки. Весной все живое пробуждается от зимнего сна. Проснулись и жители Могилевского зоосада, а вновь прибывшие вовсю празднуют новоселье. Подружка появилась у верблюда Джамаля, а страусу и Моралу вовсе повезло. У них аж по 2 невесты. Вот такие они, семейные узы. Вот так мирно соседствуют стаи зубров и пятнистых оленей в Могилевском зоосаде. А скоро за жизнью животных в полудикой природе можно будет наблюдать из любой точки планеты в режиме онлайн. Вот видите поле? Между этими 2 кормушками мы строим сейчас, даже вчера мы размеры рассматривали так, кормушку 14x7 с автоматическим водопоем. И на этом месте, где мы находимся, так будет стоять 1 камера, там дальше немножечко другая камера. И в варианте онлайн весь мир может наблюдать за тем, как себя ведут животные круглые сутки. 1 камера будет даже цвет глаз можно будет рассмотреть. Кстати, позировать перед камерой смогут еще и верблюды, медведь и страусы. Но это все перспективы. А пока проверим, как звери перезимовали. Все упитанные, чистые, опрятные. Еще бы с таким-то уходом. Зимой, когда очень прохладно, они в каньонах, считайте, что они в доме. Когда тепло, они выходят наверх, как сейчас видите. Так, что касается малых вольеров, там другая система подхода. Только за осень дети и мастера производственного обучения педагоги построили 4 коттеджа для животных. Кстати, за эту зиму жителей в зоосаде прибавилось. У верблюда Джамаля появилась невеста Атала, а вот страусу Гоше и благородному оленю повезло вдвойне. У них появилось по 2 подруги. Принял он их сначала с боязнью, немножечко боялся, но потом уже понял то, что это к нему, начал танцевать, раскинул перья, согнулся и танцевал перед ними. Он их у нас защищает, куда они, он подходит, смотрит, чтобы не было никакой опасности, ну и живут они мирно в домике. Через год здесь ожидают страусиное потомство. В зоосаде все проснулись от зимней спячки, хотя барсук и сейчас позволяет себе вздремнуть часок-другой, к нам так и не вышел. А вот Федор Михайлович привечает нас бодро и радостно.
перед его спячкой. Ему принесли ветки сосны, которые он положил в берлогу, уже на ней спал. Две недели медведя не было видно, после чего на снегу появились следы. Он вышел, покушал и лег обратно спать еще на один день. Вышел из спячки и сразу же начал требовать лакомства. Какое? Ну что за вопрос? Конечно же, мед. Лапой взял мед и помазал все решетки, после чего стал слизывать. То есть вот сейчас он слизывает еще, да? Да, остатки. То есть вот такие у него гастрономические предпочтения? Да. Между прочим, Федю в зоосаде окрестили местным синоптиком. А вот вам и медвежья примета. Если косолапый просыпается в веселом и бодром настроении, будет солнечно. А вот если скучный, угрюмый ходит, день пасмурный, дождливый ожидается. Надеемся, что в этом году у Мишки будет только приподнятое настроение, а значит и погода хорошая. Скажу вам честно, для меня нет ничего вкуснее блюд, приготовленных в деревенской печке. Это и вкус необыкновенный, и возвращение в детство, когда бабушка зовет обедать и достает из печи чугунок с грибным супом, а на второе – мочанка с блинами. Эх, золотое было время! Деревенька расскажет о старинном рецепте, который был очень популярен во времена наших бабушек. Мы в гостях у Надежды Лукьяновны Михетько из деревеньки Липовка Хотинского района. Она пригласила деревеньку, чтобы попробовать гречаников, которые пекла еще ее мама и бабушка. Вот отварила гречку. Вот я ее всю помнула так вот, чтобы она была такая вот. Теперь всюду в эту гречку я бью яички. Вот два яички бью. Яйца у вас свойские, Лукьяновна? Свойские. Свойские яйца. Перемешиваю яички. Теперь все нужно тщательно перемешать и натереть большую головку лука. За процессом внимательно следит усатая полосатая. Она-то уж точно знает, что гречаники – это вкусно. Ну, теперь будем добавлять фарш. Свойский фарш от своих семей. Все перемешиваем. Лукьяновна перемешивает фарш и рассказывает о том, что ели в деревне, когда она была маленькой. У нас, как я уже росла малая, была не было ж белой муки, а была своя пшеница, черная такая. Ну вот, мамаша блинов, мы в школу уже стали ходить, напекать блинов этих и говорить, будет нас, дети, вставайте, пора блины есть. Приносит овечье сало круг. Овечек, куда ты полезла? Это, овечек помногу держали у нас дома были. И вот тогда мы садимся, мать блины пекеть, и каждому ложить, и мы этим кругом мажем и едим. Гречаники любят соль, поэтому можно смело добавить пару внушительных щепоток. Запекать будем в печке на растительном масле. На плите тоже все получится. Хозяюшка формирует гречаники и вздыхает. Наступила весна. Ой, детки, ну что, деревня же есть деревня. Ой, как же их зима начнется, так как на запасе всего, так легче. А как начнется весна, то надо все посадить, надо все это вскопать и посадить. Тут сюда начинается прополка, а тут еще жуки замучили, нет силы. И вот первая партия вкуснятины на сковороде. Полезайте, как гречаники, в печь. Применяем волшебный монтаж, и вкуснейшее сельское блюдо готово. Ну что, получились? Ой, красивые получились. Поглядите, какие красивые. Зажаренные, румяные такие, пышные. Представляем, как нелегко приходится сейчас тем, кто голодный. Гречаники удались на славу. Попробуйте и вы сделать это простое и очень вкусное блюдо. По-нашему, по-деревенски. Чего вам не хватает этой весной? Мне, например, музыки весенней капели. Да, в этом году матушка природа сосульками нас, конечно, обделила, но вот солнечных дней, я надеюсь, меньше не станет. Пусть погода вас радует, ну а мы увидимся через неделю. До встречи в деревеньке!